Привет, ребята, приветствую вас на своем канале. Сегодня я и Сергей Юрьевич выехали порыбачить, решили потроллить. Сегодня ветерок небольшой, обещали. Во всяком случае, мы долго кататься не будем. Сейчас у нас 20 минут четвертого. Вот, температура воздуха градусов 20, довольно тепло. Ориентир на судака — щуку, ну, окуня. По большому счету, что будет, то и хорошо. Вот. Ну, долго болтать не буду, поехали. Мы начинаем. Идут подготовки к старту. В принципе, воблера я уже подготовил. Серега тоже еще распечатывается с удочками, с воблерами. Так, ну я запускаюсь. Серега не знает, что выбрать из игрушек. Танцора. Вот чем бы дитя не тешилось, ну, бы. Не говори, не успели отойти, у Сереги первая поклевка на классику. Ага. А, вниз жмет этот судачок. Гляди. Ой, эти лосантики. Понимаешь? Реабилитация. Два Сантоса не хватает, да? Нормально, нормально. Ну вот, счет открыт. Лавняк, ветра нету. Чётенько. А там еще народ подтягивается, да. Очевидно, сегодня будет народу очень много, судя по транспорту. У Сереги вторая поклевка. Опять на классику. А? Щупачок, по-моему. Опа, сам сошел. У Сереги поклевка. Загнуло. Тоже, наверное, что-то не очень большое. Я пока в нулях. Хек. Как ты его это подцепилось просто. Свободен. Поехали. Ну вот первая поклевка, по-моему, куневый. С ударчиком, с легким. Разловил я воблер этот. Нет, что-то мелкое совсем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой ты маленький. Смотри, на средний крючок цепанул. Ох ты, блин. О, вот такой вот жучок. Ну вот, кому-то по горбу стукнул. И вот такая вот шелушина. Нехилая. Лещавый, наверное. Хороший такой, здоровый.
Прыщавый. У Сереги поклевка очередная. Сейчас вымыл ты, подожди. Тащишь поверху, Серег. Хотел вытащить и взяла, да? Зубастая, походу. Домик. Вот такая маленькая. Удобная. Мирняк, скажем так. Верно. За 2 часа, за 2,5 часа первая поклевочка. Удобная. Ну, та, которая съедобная. Вторая поклевка. За столько времени. Судак, наверное, не поднимается. Не, зеленая. Чуть не убежала. С почином, Глеб Егорыч. Как резаные, да? Только запустил. Сразу с ударом в обратку, причем. Еле держится, по-моему. Щупачок. Тихо. А, домики. Ребята, поклевка. Винтом пошла. Она щучка. Не знаю, еще не подтянул. Судак, что ли? Наверное, судачинка будет. Судачок хороший. Ай! Обидно, досадно, ну ладно, красивый был судачок. Я поспешил, ты поднимай. Да. Ну ладно, как есть, так есть. Значит, не судьба. О, у Сереги поклевка. Хорошенькая. О, как бьет. Сютька. Еле держится тоже так слабенько. Но съесть съем, да? Укусить не укушу, но съесть съем. Отцепилась, видишь? Ну это такая, по духу. О, красавица. Ну вот и все, рыбалка наша закончена. Ничего особенного у нас нету. Взяли по 2 щуки. У Сереги 3 недомерка судака, которые были реабилитированы. В принципе, один сам реабилитировался. Вот. У меня 1 недомерок. Ну, совсем ребенок. Судачок был и 2 щучки. Все. Еще один такой обидный исход. Довольно приличный судачок был. Вот. Ну как получилось, так получилось. Значит, не судьба мне сегодня с судаком быть. Вот. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если не понравилось, ставим дизлайк. Подписываемся на канал. Всем пока и удачи на рыбалке. До следующего раза.